Всем привет! Привет, привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами... Забыла вам сказать. Сегодня мы с вами на моей кухне. Значит, что? Готовим. Что мы готовим? Я сегодня буду готовить суп. Турецкий суп. Ну, по своему рецепту. Сейчас я вам расскажу. Наверное, вы смотрели, ну не наверное, а точно знаю, что многие из вас смотрели видео у Тани, где мы, недели две, наверное, назад это видео было, где мы ходили с ней в магазин и закупали мне продукты. Под этим видео еще было много комментариев. Некоторые написали, что этих продуктов не хватит и на неделю. Кто-то написал, что этих продуктов вообще не может хватить на месяц, что вообще как вы едите. Ну, в общем, кому-то много мы купили, кому-то мы купили мало. И вот там я купила... сейчас вам покажу. Купила красную чечевицу. И суп у нас будет из красной чечевицы. Вот на этой пакетике написано «Мерт». Чемяк, мерчемяк. И суп будет называться чорба мерчемяк. Таня на канале, я у нее, вот, я же у нее тогда еще спрашиваю, говорю, Таня, я никогда суп не варила, клянусь, никогда не варила чечевичный суп. Я говорю, где взять рецепт? Она говорит, скоро будет на моем канале. Но я знаю, что у нее на канале, вот мне недавно вышло видео приготовления этого супа, но я точно знаю, что она и до этого готовила чечевичный суп несколько лет назад. Вообще, чечевичный суп пользуется большим спросом в нашей семье, в семье Тани. Дети очень любят. Я тоже очень люблю его, но я его никогда не варю, ем либо у Тани, но чаще всего в отеле. И вы, наверное, тоже многие знаете супы, которые готовят в отелях. Это обязательно всегда бывает вот этот вот чечевичный суп из красной чечевицы. И чаще всего бывает суп томатный. И считается, что вот эти два супа, это вот прям как раз супы исключительно для турецкой кухни. Но я, мой любимый суп турецкий, это... Келепача. Его еще называют мужской суп, потому что он очень жирный. Короче, это наш холодец, только горячий. Я как-то его попробовала, он там куча всяких косточек. Мясо такое, мясо-сякое, мозги. В общем, суп, какие-то суп-продукты. Очень вкусный суп, мне он нравится. И у них все супы, они... Все, без исключения супы, варятся очень жирными. Даже вот этот в келепача разогревают масло и потом уже приносят тарелку, и в эту тарелку прям вот кипящее масло выливают, и это очень вкусно считается. Но у турков в их кухне нет супов, вот в нашем понимании, ну, как мы там картошечку порезали, морковку там обжарили, зажарка какая-то, у них такого нет. У них все супы, практически все супы, пюре, супы-пюре. Вот они любят супы-пюре. И едят супы и утром, и в обед, и вечером, и даже есть ночной суп. Немножко поговорили с вами про супы. А теперь поговорим про сам рецепт. Вот с рецептом тут оказия случилась. Я посмотрела Тани на видео. Посмотрела видео других блогеров, фуд-блогеров. Я не говорю про тех самозванцев, которые себя тоже называют поварами. Нет, я посмотрела профессиональных поваров и поняла, что ни один из этих рецептов мне не подходит. Чаще всего супы в Турции варятся на воде. Я не люблю такое, поэтому я говорю «чаще всего». Кто сейчас начнут, нет, вы ничего не знаете, ну, возможно, я не знаю, но то, что, с чем я сталкивалась, чаще всего это были супы на воде. И в рецептах, вот как, сколько я пересмотрела, в основном все супы, они на воде сделаны. Я, или там с добавлением бульонного кубика, или что-то такое. Я буду варить, посматриваю сюда на кастрюлю, у меня здесь сварен куриный бульон, вот на нем я буду варить.
на этом курином бульоне. И буду и все готовить, сразу буду вот в такой вот большой кастрюльке, небольшой кастрюльке. Здесь на 2,5 литра, будет у меня из расчета на 2 литра жидкости готовиться. Хорошая кастрюлька, фирма Караджи, с толстым дном, пользуюсь ей уже 2 года, у меня целый набор. Буду готовить прямо в ней. Так, что нам понадобится? Значит, на 2 литра воды я возьму 2 стакана, ну, вот таких вот стакана, вот таких вот 2 стакана, 200-граммовых стакана чечевицы. И начну я с того, что я эту чечевицу хорошо-хорошо промою. Что нам еще понадобится? Я вот еще раз говорю, куча всяких рецептов, полно-полно, в основном... Там Таня делает без лука, без моркови, кто-то добавляет картошку. У меня свой рецепт появился, прочитав все рецепты, посмотрев много видео по приготовлению чечевичного супа, у меня будет свой эксклюзивный вариант. Я что-то возьму отсюда, от этого рецепта, что-то от этого, что-то от другого, и сделаю вот такой вот микс, и у меня будет очень вкусный суп. Мне понадобится 1 морковка, 1 луковица, мне понадобится несколько зубочков чеснока. Ну, сейчас буду чистить, посмотрю. Ну, скорее всего, 3-4-5, не больше. Мне понадобится помидор. Практически во всех рецептах, которые я смотрела по этому супу чечевичному, присутствует либо томатная паста, либо помидор. Чаще всего томатная паста. Не хочу томатную пасту, хочу свежий помидорчик добавить. Так, дальше что нам понадобится? Нам понадобится, конечно же, лимончик. Нам понадобится растительное масло и сливочное масло. Суп будет такой, насыщенный. Ну, если вы варите на воде, то вам примерно понадобится 775 миллилитров масла и растительного, и этого тоже грамм 70. Если у вас бульон жирный, там, не знаю, курица жирная, то количество масла, конечно, надо уменьшить. Конечно, нам понадобится соль, про это даже не буду говорить. И самое главное, что входит в состав этого супа, это куча-куча всяких специй. Я скажу вам по секрету, что я сегодня даже специально бегала в магазин, покупала мяту. У них в турецкой кухне очень часто используется мята. Очень часто. Они ее там добавляют и делают соус из йогурта, вот туда добавляют мяту, еще там куда-то. В общем, много они используют, и в том числе в этом супе она будет присутствовать. Здесь у меня горький перец, здесь у меня сладкий перец, красный сладкий перец татлы. Он даст цвет, кроме того, что чечевица нам даст цвет, даст еще и вот этот сладкий перец. И здесь у нас куркума. Ну и, само собой, разумеется, у нас будет соль. Так, значит, промываем хорошенько чечевицу и оставляю ее в водичке, пока я буду готовить овощи. Морковь и лук нарежем. Что мы сделаем с помидором? Помидор я сейчас кипятком разрежу вот так вот. Сейчас я вам покажу. Вот так вот, крест-накрест его разрежу. И залью кипяточком, потом сниму кожу и натру на терке. Так, все, поехали уже готовить, уже хочется супчика. Я подготовила все необходимые овощи. Здесь у меня чесночок, здесь я порезала лук. Абсолютно все равно, как вы его будете резать. Здесь морковочку, я вот его квадратиками. И здесь у меня тертый помидорчик, потерла на терке. Так, и переходим мы сюда. Что мы делаем? Мы сюда, в эту кастрюльку. Давайте свет включим, вот так. Включаем. И сюда прям выливаем растительное масло. Сейчас оно немножко разогреется. И добавим сюда наше сливочное. Первое, что я сюда брошу, это будет... чесночок. Я его прям такими зубчиками, ничего страшного, все потом будет превращено в пюре. А когда крупные зубочки, чеснок
не сгорит. Ой, сейчас будет такой аромат. Теперь к чесночку добавляю резанный лук. И прям слегка-слегка его обжарим. Нам не нужны никакие золотистый цвет. Нам нужно просто, чтобы он стал помягче. Ну и сюда же морковочку. Кипит и жарятся наши овощи. Скоро они будут готовы. И я сейчас сюда добавлю весь набор специй. И хорошо это перемешаем. Сейчас все специи в масле раскаленном дадут все свои вкусовые качества. Там сейчас это чуть-чуть. Видите уже, какой цвет красивый? Так, и пришла пора добавить сюда натертый помидор. Буквально несколько минут, 2-3 минуты мы это прогреем. Так, помидорчики тоже там пропарились, и я сюда высыпаю чечевицу. Посмотрите, вот я ее промыла, видите, она начала раскрываться. Варится она достаточно быстро. Ну, опускаем сюда. Все это перемешаем. И зальем бульоном. Заливать нужно либо бульоном, либо водой. Обязательно горячее должно быть. Все. И все это должно провариться. Никогда не готовил. Не знаю, сколько минут это надо варить. Но будем смотреть по готовности чечевицы. Я думаю, что это, ну, минут 20, наверное, будет. Во всяком случае, так писали все фудблогеры, которые готовили этот супчик. Чечевичка сварилась. Действительно, 20 минут. Ой, запотевает все. Действительно, прошло 20 минут, и она вся разварилась. Готово. Попробуйте на соль, потому что если у вас бульон был недосоленый, то надо подсолить дополнительно. Так, что мы дальше делаем? Дальше мы погружным блендером все это измельчаем, превращаем в пюре. Так, перебила все это блендером, и осталось добавить сок половинки лимона. И все, наш супчик готов. Можно разливать его по тарелочкам. Так. Налила супчик в тарелку. Сюда можно дополнительно выдавить еще немножко лимончика. И турки любят вот такой вот перец хлопьями. Ну, он очень острый, но для красоты очень даже ничего. Все, всем приятного аппетита. Как раз ко мне пришли гости, Олег с Леной, и я их угощаю супчиком.
Олег, пробуй уже. Горячий, наверное. Ой, как вкусно. Да? Врешь ведь, а? Смеется, представляете? Я только сегодня придумала рецепт, подглядев у всех всего. Я знаю, тебе не хватает перца и соли. Да. Я твой вкус уже изучила, соль вон стоит. Ну все, всем приятного аппетита. Вот такой у меня получился замечательный суп. А Олег у нас звезда сегодня.